Успешное завершение электоральной кампании отмечает ряд французских общественных деятелей. Результат, с которым Нурсултан Назарбаев победил на президентских выборах, доказал доверие народа к лидеру, к его опыту и к той программе развития, которая есть у государства. В западных странах и во Франции в частности подчеркивают доминирующую роль президента Назарбаева. Последние исследования ясно демонстрируют, что после кризиса развитие страны невообразимое, и поэтому население массово голосует за него, с чем можно только поздравить. Выборы показывают, что ваша страна достаточно зрелая для того, чтобы развиваться по абсолютно демократическим стандартам.